Всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы рассмотрим интересные находки с показов «Весна-лето 2022». А ты не забудь подписаться и обязательно поделиться в комментариях, что тебе больше всего понравится. Dior. Мария Грация Кьюри посвятила коллекцию 60-м годам. Прямые мини-платья, костюмы с короткой юбкой, яркие двухцветные пальто. Некоторые вещи напрямую цитируют коллекцию Slim Look 1961 года, когда Dior возглавил дизайнер Марк Боан. Коллекция Dior «Весна-лето 2022» играет буйством красок. Желтый, зеленый, розовый и красный представляют в монохромных образах и подчеркивают завораживающими тканями. В коллекцию вошли модели в спортивном стиле, в дизайне которых прослеживается эстетика мира бокса и атрибутика боулинга. Кроме силуэтов 1960-х, в коллекциях есть атласные комплекты с боксерскими шортами, джинсовые костюмы, стеганые жакеты с короткими рукавами и спортивные мини-платья на молнии. Также представлены монохромные образы в классической цветовой палитре, состоящей из черного, белого и нюдового. В черный цвет окрашены костюмы и пальто со стеганым узором. Белый – простой чистый цвет, который хорошо сочетается со всем, как его описывал Кристиан Диор. Стал ярким штрихом в образах с короткими структурированными платьями, а нюдовые оттенки подчеркивают чувственные, соблазнительные образы. Макс Мара. Итак, встречайте и включайте в свой гардероб майки, куртку рабочего, рыбацкую рубашку, комбинезон механика и штаны плотника. И не забудьте про сандали на массивной подошве. Вместо привычных пальто бренда мы увидели кожаные куртки, рубашки с коротким рукавом, бомберы и ярко-оранжевые плащи. На смену классическим брюкам пришли рабочие штаны плотника и комбинезоны механика, сшитые из габардина и холщовой ткани. В линии сумок либо очень вместительные варианты, либо модели через плечо. Образы завершают рыбацкие сандали на небольшой платформе. На что стоит обратить внимание? Вернулись в моду мини-юбки прямого силуэта, чистый спортивный стиль и вектор подойдут для фигуры с узкими сухими бедрами. Куртки, рубашки и бомберы свободного силуэта. Также укороченные топы и топы-бра модели с эластичной резинкой, спортивный стиль. Платье-майки длины макси, спортивный стиль. Джинсовый тотал лук. Рыбацкие сандали на платформе, крупные сумки, в том числе вязаные. Фенди. Черпая вдохновение в архивах бренда и вспоминая эпоху 70-х, дизайнер обращается к работам иллюстратора Антонио Лопеса. Рука мастера видна в абстрактных принтах на шубах, платьях, рубашках и даже аксессуарах. К
Коллекция Fendi получилась гламурной и праздничной. По словам дизайнера, женщины устали от вынужденной изоляции и теперь, выходя из дома, хотят наряжаться. Что ж, у них роскошный выбор. Мини-платья, цветные шубы, нюдовые комбинезоны, укороченные дубленки в паре с шортами, атласные брючные комплекты и длинные принтованные платья. Новая коллекция Fendi празднует возвращение к нормальной жизни и ностальгирует по прошлым модным эпохам. Отсюда столько отсылок к 70-м. Атласные костюмы пастельных тонов, полупрозрачные бра вместо топов, платье с бахромой и акценты на талии, а также элегантные комплекты, застегнутые на верхней пуговице рубашкой и широкими брюками, трикотажные комбинезоны молочного оттенка, короткие платья без бретелей, жилеты с глубоким декольте. А вам желаю отличного настроения, пишите комментарии и не забывайте подписываться.